Жюль Верн. Вокруг света за 80 дней. В 1872 году в доме под номером 7 на Савиль Роу, Берлингтон Гарденс, ныне обитал господин Филиас Фок. Хотя Филиас Фок не был уроженцем Лондона, он был англичанином до мозга костей. Его никогда не видели ни на фондовой бирже, ни в банке, ни в одной из лондонских контор. Достоверно известно было лишь то, что он жил на Савиль Роу один и никогда никого к себе не звал. А завтракал и обедал он в своем клубе в точно установленные часы, всегда за одним и тем же столиком, никогда никого не приглашая к нему присоединиться. Ровно в полночь он возвращался домой, никогда не оставаясь ночевать в удобных комнатах реформаторского клуба. Важные метродотели в черных фраках, мягко ступая, прислуживали ему, подавая блюда в особой фарфоровой посуде на очень дорогой шелковой скатерти. Шерри ему подавали в старинных графинах великолепно охлажденным, а портвейн и красное вино высшего качества. Единственное, чему Филиас Фок придавал особое значение, так это точности и пунктуальности во всем. В тот день, когда мы знакомимся с нашим героем, а это 2 октября, Филиас Фок рассчитал своего слугу Джеймса Фостера, чья провинность состояла в том, что он принес господину воду для бритья, нагретую до 84 градусов, вместо положенных 86. Теперь Филиас ждал нового слугу, который должен был явиться между 11 и половиной 12 утра. Филиас Фок сидел в своем кресле, поставив ноги по стойке смирно, он смотрел на часы. Когда пробьет половину 12, господин Фок должен будет отправиться в клуб. Внезапно раздался стук в дверь маленькой гостиной, и в комнату вошел мужчина в возрасте около 30 лет и поклонился мистеру Фогу. «Вы француз, и вас зовут Джон, так?» «Жан, сэр, с вашего позволения. Жан Паспарту. Я был уличным певцом, наездником в цирке, акробатом, канатоходцем, преподавателем гимнастики. Я прихожу сюда в надежде зажить спокойно и позабыть о том, что меня зовут Паспарту». «Мне вас рекомендовали. Вам известны мои условия?» «Да, сэр». «Хорошо. Сколько времени на ваших часах?» 11:22. «Ваши часы отстают». «Они отстают на 4 минуты, но это несущественно. Достаточно установить расхождение. Итак, начиная с этого момента, то есть с 11:29 утра среды 2 октября 1872 года, вы у меня на службе». Сказав это, Филиас Фок поднялся и вышел из комнаты, не прибавив к сказанному ни слова. Итак, в половину 12-го Паспарту находился в доме один. Он тотчас же начал осмотр, успел полностью изучить весь дом от подвала до чердака и остался очень доволен увиденным. Электрические звонки и переговорные трубки позволяли поддерживать связь с остальными комнатами. «Это как раз то, что мне надо». В своей комнате над часами он также заметил приколотую к стене записку. Это было расписание его ежедневных обязанностей, начиная с 8 утра, когда господин Фок вставал, и заканчивая половиной 12, когда он уходил в клуб. Осмотрев все в мельчайших подробностях, Паспарту потер руки, а его круглое лицо озарила радостная улыбка.